Охранять спокойствие краснодарцев в день города будут больше 1000 сотрудников правоохранительных органов, полицейские, бойцы Росгвардии, казаки. В субботу и в воскресенье работа силовиков будет налажена в круглосуточном режиме. В преддверии праздника на территории стадиона «Кубань» прошел так называемый общегородской развод, традиционный строевой смотр, на котором оценили состояние форменного обмундирования, проверили соответствие служебных удостоверений и жетонов, а также еще раз напомнили сотрудникам их обязанности при общении с гражданами. Этот день города у нас осложняется тем, что в воскресенье 24 числа в 19 часов у нас состоится футбольный матч «Краснодар-Зенит» с наполняемостью стадиона «Краснодар» до 34 тысяч. То есть 100% заполняемость, и количество болельщиков «Зенита» активных к нам ожидается от 2 до 3 тысяч. Работы полицейским хватит и помимо матча. У предстоящих выходных развлекательная программа насыщенная. Молодежные шествия и тематические площадки на улице Красной. Большой концерт на Театральной площади. Народные гуляния развернутся во всех краснодарских парках и в пригороде. Он тоже не останется без внимания правоохранителей.